Всем привет, с вами снова Ясный Чтивист. Вода, стекающая с окна, заливается между штукатуркой и окном. Прямо на саман. На голый саман. Без всякого это штукатурки, там бобилки. И он намокает и весь подыхает, как бы. Хат начинает расходиться. И поэтому, видите, я все заделываю мастикой. Все трещины все заделываю мастикой. И вот эти вот штучки. Так что, просто смотрим. Возьму, куплю краски белые, под двери покрашу и окна. И все. Ой, падает палочка. Будет, ну, ладно, стены, да? Ну, я не знаю. Ну, в любом случае, придется все сделать. Ну, вот это маленькая трещина. Микро, я ж не буду ее всю тянуть. Вот большие трещины мне надо сделать. Маленькими черствыми, маленькими. Вот эти большие надо сделать. Хорошенечко. Не глина, а мастика. Глина размывается, а мастика не размывается, и все. И надолго ее хватает. Я ее нагрел, конечно же, пока она не растворилась вся, из каменного состояния не вышла. Я не стал ей мазать. Понятное дело, я ее нагревал, видите, когда она начинает уже застывать, не особо густая, но начинает уже застывать. Начинает. Значит, делаю этот маленький кусочек. Так. По всем стенкам прошелся. Грибану вот это. Туда я подмазал. Палочкой такой. Пожалуйста, готово. Вот тут надо. А, вроде все. Нигде пробелок нет. Ну, не знаю, может быть, это и есть. Где-нибудь пропуски. Вот так вот. Нормально. И вот это давайте мы сейчас сделаем. Это маленькая. Она не до конца идет. Ну, я не знаю, тянуть ее, не тянуть. Ой, спина не хватило. Вот тут давайте сделаем. Все, я больше есть у меня. Все. Это для каждого дня. Ну, как-то так вроде, да? Вот тут еще большая дырка прям. Надо грибануть прям. Вот так мастики грибануть. Советская она еще. Сколько ей лет? Много лет, но до сих пор хорошая.
Чуть-чуть сделать осталось, мы уже додеваем. Волосы. Коряво, коряво, криво, коряво. Давайте мы уже до сюда дойдем. Опа. Здесь я заделаем. Куда, оп. Коленку схватила что-то. Душа отступила. Вот так, короче. Это делается. Опа. Лиза успокоилась. Чум. Как-то, в общем, стены не очень красивые, да? Ой, вышли. Пятно такое, там пятно, здесь. Жесть. Ой, ну ладно. Что, больше основательных ям нет, дыр нет. Трещин нет. Ой, как чешется. А! Вроде все. Тут есть. Там будет, там будет. Ну, не знаю, точно будет ли это или нет, потому что там менять окна будем скоро, надеюсь. В ближайшее время, короче. Так, давайте мы пока закроем мастику. И отложим, уберем ее на место. Я что-то это... вспотел. Фу. Жесть, ну не знаю. Вроде нормально. А, да, точно. Ну что такое? Какая у меня классная маечка. Соседка подогнала. Классную маечку. Две ж. Ну все, короче. Фу, всем пока.